Центр патриотического воспитания молодежи «Авангард» в ближайшее время начнет работу в Чувашии. Для этого перепрофилируют детский лагерь «Звездный» в Цивильском районе республики. Образовательные программы не ограничат летними каникулами. К работе с детьми привлекут студентов старших курсов педагогического университета. В рамках проекта проработают систему привлечения молодых педагогов в сельские школы. Главная наша цель – это тоже, чтобы, с одной стороны, чтобы эта работа велась системно, масштабно, и самое главное, чтобы она была полезна и интересна для самой молодежи. Интересно и полезно это будет тогда, когда сама молодежь вовлечена в процесс выработки и реализации молодежной политики. И вот ровно вот эту цель я бы и миссию сформулировал бы перед министерством, либо там госорганом, да, и исходя из этого дальше выстраивал бы работу.